Мы вообще в яме, там у нас яма есть для картошки. В подвале мы тоже боялись. Подвал тоже нарушен со всех сторон, пробиты все окна, там и в подвале, в цокольном этаже. А там яма, вот здесь вот яма для картошки такая бетонная. И в этой яме втроем там 1,5 на 2 метра. Трое суток, было холодно, 9 градусов. Мороз был еще тогда. Ну, жутко было, жутко. То, что наделали, это, ну, то, что сделано русскими на Украине, это такая глупость, такое варварство. Это варварство, просто варварство. Вот это такое у нас осталось. Сверху начало гореть, успели выбегать, не, не засыпало. Идите сюда, вот это у нас.